Второй день большого шлема в Казахстане, и сегодня у нас на обзоре своя категория до 81 килограмма, и главный герой видео это Самон Махмадбеков, который, конечно же, представляет Таджикистан. На ваших экранах второй раунд, где Самон боролся против олимпийского чемпиона Рио-2016 Халмурзаева в синем кимоно. Самон, как вы понимаете, в кимоно белом. Отличный результат, отличное выступление от Самона Махмадбекова на втором турнире подряд от серии IGF. Самон показывает хорошую борьбу. Напомню, что несколькими неделями ранее Махмадбеков стал первым в Душанбе на гран-при. И вот сейчас момент, в котором бросает Махмадбеков своего оппонента. Халмурзаева зарабатывает в азаре. Неплохо на разрыве захвата он попытался это сделать. Заработал в азаре, которого ему хватило, чтобы выйти уже в четвертьфинальную стадию турнира. Здесь он боролся тоже достаточно уверенно. Очень, на самом деле, выносливый дзюдоист Махмадбеков. В принципе, он своей выносливостью отличался еще с юниорского уровня. Залим Цкаев его оппонент в синем кимоно, как вы можете видеть. И забегая наперед, скажу, что данную встречу выиграл Пашидо, дзюдоист из Таджикистана, но немного не понял я, почему именно в этом эпизоде дали третье шидо. Якобы за стягивание, ведь... А как еще можно заходить на Томоэ Наги? Каким другим образом? Но, тем не менее, судьи дали третье шидо. Возможно, оно спорное. Судьям виднее. И полуфинал, в котором Самон боролся против грузинского дзюдоиста, против Гучилаидзе, который стал пятым. Димитрий, в этом эпизоде грузин был достаточно близок к тому, чтобы бросить своего оппонента из Таджикистана, но у него это не получилось. Забирает Самон захват левой рукой, раздергивает, и эпизод заканчивается. И снова одновременно с левой ногой левую руку пытается закинуть. Самон в этом эпизоде падают в партер дзюдоисты, оценку никто не зарабатывает, и Самон Махмадбеков, ему удается перевернуть чашу весов в свою сторону, и на удержании он зарабатывает ипон и выходит в финал. Второй финал подряд за две недели, грубо говоря, с Душанбе. Очень хороший результат, Самон набрал неплохую форму, и пусть эти турниры не такие конкурентные по именам, но тем не менее они дают, во-первых, количество очков рейтинга, квалификационных очков к Олимпийским играм, это очень важно. В финале он боролся против Шимидта из Бразилии, который выглядел очень уставшим, очень растерянным даже местами. И в этом эпизоде, конечно же, заслуженное шидо, он получает застягивание. Шидо, которое стало третьим, а Самон Махмадбеков выигрывает вторую подряд золотую медаль с турниров IGF, на этот раз турнира Барысы Grand Slam Казахстан.